Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников. Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилией с помощью направленных антенн. Но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан. От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Ни малейшего признака их радиомаяков, сэр. Мы здесь все сдохнем нафиг! Будем держаться вместе, не умрем. Ну, сука, и колымага! На! Хочешь, чтобы я села за руль? Нет, но я справлюсь. Я вперед перелезу. Без еды и воды мы долго не протянем. Осматривай назад, Рэй. А далеко до этой чертовой авиабазы? Ты точно в порядке? Давай я помогу. Да никогда в жизни, Хан. Почему ты не можешь мне просто довериться, ирландец? Да хорош уже. Я ни хрена о тебе не знаю. И вообще, ты за что сражаешься? Знаешь, мы... забудь. Да ну. А ты попробуй. Я познакомила Дензе со своими родителями, братьями и сестрами, и детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда. На следующий день пришли войска Чана и сожгли деревню. Их всех убили. Постой. О, похоже, теперь моя очередь. Боже, Ханна, мне жаль, хорошо? Доверие надо заслужить, ирландец. Вот дерьмо! Шоп-шоп! Русские. Думаешь, они нас заметили? Не шевелись, и все будет в порядке. Это, по-твоему, в порядке, Хана? Нужно сваливать отсюда, их слишком много. Тихо, морпех! Давай, давай, пошли вперед! Все чисто, у нас 3 минуты. Это что, наблюдательный пункт? Да, давайте, надо уходить. Вы нас чуть не засветили. Смотрю, вы морпехи. Отряд могильщик, 7-я флотилия. Да? Сам-то откуда? Бруклин, восточный флетбуш. Школа Тилден или Вингейт? Джордж Вестингаус. Правда? Да ладно, мой брат туда ходил. А у отца ресторан в Браусвилле. А с тобой кто? Рейгер, командир отряда. Китаянка-разведчик и просто хороший человек. Как добраться до авиабазы? Только чудом. Дайте я вам покажу, с чем вы имеете дело. Тут повсюду русские. Мы потеряли авиабазу, и нас оттеснили к старому городу. Нам нужен транспорт на запад. Где ваш командир? В старом городе, если пробьетесь. В километре на восток. Ориентируйтесь на голубой купол и найдите майора Гринланд. Ее вы не пропустите. Эй, установите связь с Гринланд и сообщите ей. Да, сэр. Лучше выхода нет? Так точно. У вас в машине осталось что-то, что вы не хотели бы отдавать русским? Разве что их интересует грязь. Рейкер, так? Когда это закончится, сходите всем отрядом в ресторан моего отца. Горячие пирожки малины. Лучше им понадобится с курицей. Ну что, морпехи, готовы? Сжигаем все и исчезаем отсюда. Давайте! Лучше им понадобится с курицей в городе. Черт, как я есть хочу. Старый город далеко, и это все вражеская территория. И всем привет, с вами Фоглист, и сегодня мы будем проходить Battlefield 4, 6-я часть, предпоследняя, то есть уже скоро конец. И, как всегда, в начале миссии, наверное, почти в начале каждой миссии мы убираем оружие. Ну что, таким чудом оно у нас все время пропадает. Так, чувак найти, вот он. И теперь можно идти воевать. Бронетехника! Ложись! Ложись! Но вы мне предлагаете взорвать БТР, чем БМП. Придется пройти через ворота с той стороны. И так стоит. Беда.
Так, я вариант почему-то уверен, что не оккупировали крышу. Надо ее очистить от оккупанта. Еще гранатами кидаются, смотрите, хочу. Тебя не видно, да, за столбом. Хотя, возможно, да, он спас бы в каких-то ситуациях. Ой-ой. Там за этот сели. За ракетницу. Это опасно. Сейчас надо отхилить себе жизни до начала. Почему она так тут встала? Я в прошлый раз проезжала, я прямо был уверен. Я еще лучше сделаю. В арке. Там, в арке. Видишь? Нет, не вижу. Охранники. Алло, вижу. Все, убит. Можно было, конечно, наверное, по беспалеву пройти. Обходными путями поедем. Так, кто это сейчас по мне попал? А вон он, вон он, надо убить срочно. Все, убить. Сейчас попробуем через вот этот вход прорваться. Не через главный. А, так как нельзя, да? Там, наверное, какая-то речка течет или канал. Да, там канал. Пошел, пошел, пошел! Что, жаль. Значит, пойдем через вот этот вход. По-моему, это как-то опасно, так идти.
Прямо по курсу! Видите? Подкрепление! Видите, там кто-то стреляет, да? Его сейчас не будет. Благодаря тому, что добавили разрушение на тот же 4. Вот. Так вот подходите и взрываете спокойнее себе. Станет станок взорвать. И можно будет переходить. Уже на мост. А там уже и в старом городе, и мы возле того командира, к которому нам нужно попасть. Поэтому пойду я. Попробую взорвать танк. Сейчас подберемся где-нибудь снизу. Ой, меня спалили. Сейчас так его обманет. Кто не сзади? Чё? Дядя. Надо избавиться от этой бронетехники. А вот избавились. Есть! Горит! Так, теперь пехоту надо вскрыть.
ты ж... Чмо саны с дробовиком. Стреляются-то все. Помогите! Прикройте меня! Твои тим на тебе пофиг. Поздравляю. Так, спасибо за поддержку. Нет проблем, Морфех. Рад помочь. Проход свободен. Понял. Могильщик, майор Гринленд вас ждет. Рады видеть вас, барыня. Вы, наверное, прошли там через зал, чтобы добраться сюда. Возможно, это ад для морпех. Скорее всего, так и есть. Есть что пожрать? Да, там пайки уж там. Спасибо. О, майор Грин, да? Да, это она. Нет, я так не думаю. А? Что? Ладно. Хорошо. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Тут никто не спал и не ел уже 3 дня. Это вы, могильщик? Да, мы. У нас полчаса, пока русские не вернулись. Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить ЕРП. Индивидуальные рационы питания. Понятно? Идите. Майор, я... А вы за ним. Похоже, мы нашли Грина. Пошли, Рейнер. Ой, Сифорий. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы дыхабы, да во рту росли грибы. Наша Валькирия... Наверное, уже в Красном море. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно нужно найти транспорт на запад. 3 дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие наземные части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали, и в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Положите, а не то разнесете все вокруг. Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемые. Берег под плотиной прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? А мы здесь. На высоте. Все наши части на высоте, как и аэродром. Из гражданских кто-то остался? Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. Так точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, майор. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Перевести можно. Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет вам тогда транспорт на завтра. Спасибо, майор. Судя по всему, они хотят взорвать плотину. Высматривай за взрывчаткой. Ну, давайте попробуем. Я не уверена, что это хорошая идея. Я убежден, что хуже идеи быть не может. Поездка туда не из коротких. Рейгер, выглядишь погано. Приляг и отдохни. Разбужу, как подъедем к дамбе. Ну, давай. Разбудишь.
Ирландец? Да. Ты говорил о людях, что ищут тебя дома. Кто они? Война и кровь. Вот это, блядь, да! Ага, огромная. Думаешь, взрывчатки у нас хватит? Если правильно разместим, то хватит. Начнем отсюда и заложим заряды по периметру дамбы? Видишь, в середине. Похоже на слабое место. Разместим там основной заряд. У тебя диплом инженера? Мой диплом инженера сродни твоему диплому медика. Вообще-то у меня есть диплом медика. Ты точно уверен? Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рэк. Что это там такое? А, это как бы укрывной материал. Ой. Так, вон патроны вижу. Мне они нужны. Срочно.
Кто вас так водил, учил? Дить учил, да? Чё за дела? Кто так вот так вот водит? Ёпта, вертолёт. Действительно, бред, Сан. Я не знаю, кто скрипт данного вертолета писал. Чё за индусы? Какой нормальный пилот будет летать вот так вот, блядь, к венам, я не знаю, просто... Действительно бесит эта хрень, что когда стреляют где-то там вот, вон там вот, в тех деревьях, у тебя тоже есть как бы тряска. Как они тут появились? Вот я их не видел, да? Это кризис. Признать, Канна, ты знаешь, что к чему. Обычно сотрудники личной охраны на поле боя не ориентируются. Выбора у меня особо нет, ирландец. Да ладно. Дело явно не только в том, что тебя приперли к стенке. Ты что-то скрываешь. Точно говорю. Все еще темнишь чего-то, секретничаешь. От старых привычек трудно избавиться. Согласен. Я не всегда состояла в охране Дзиньцзе. Я вызвалась добровольцем, и меня перевели. Откуда? Зря стараешься. У девушки должны быть секреты. Ты ведь тоже мне не станешь рассказывать все о могильщике. Это правда. Не сомневаюсь. Чан наш враг, и мы на одной стороне. Но после того, как все уляжется, а я верю, что мы победим, тогда я буду нужна Китаю. Понимаешь, я ведь не могу просто взять и забыть, кто я и откуда. Я тебя понимаю. Что это было? Электричество отрубили. Блин, уходим быстро. Пошли, пошли. Надо установить перчатку. Здесь? Ладно. Мы тебя прикроем. Твою мать. Вон они. Странно живее. Трекер, сюда. Прикрой ее. Мочи этих мудаков.
твой выход. Мы прикроем. Выход свободен. Они прорвались. На этом их прорыв окончен? Или еще кто-то будет пытаться остановить меня? Он что сделал, девочка? Противник на лесах! Мочи их, трекер! Вот здоровая труба! Я поставлю последний заряд! Прикройте меня! Здоровая труба. Очевидно, это была... Я даже не знаю, что это было. А, ну это, наверное, еще стройка. Слива воды. Скорее всего. Ну-ну-ну. Ба. Я слева подойду, да? Не шхана. Да, конечно. Жесткая плотина, ребят. Морпехи любят воду, да? Мне пришлось вытаскивать ирландца того, из кучи. О чем вспоминать не будем, Ханна. Невероятное везение. Наверное, поэтому тебя и зовут ирландцем. Если бы. Рекер, пошли. Давай, Рекер! Пора пошли, уговорить. Рек. Пошли. Это Гринланд? Полагаю, да. Она обещала нам транспорт. Надеюсь, что с принцессой в порядке. А почему они нас не забирают? Что за дела? Я вас подброшу.
Вы сказали, что вам нужен транспорт на запад. У вас на подготовку где-то 2 минуты. Часы тикают, придурки. Мы думаем, что Валькирия направляется к Суэцкому каналу. Не волнуйтесь, будет вам Суэц. Но если ваш корабль там, им понадобится любая помощь. О чем вы, черт возьми, говорите? Следи за языком, сынок. Китайцы захватили северную часть Суэцкого канала, а мы ее забираем назад. Ваш корабль попадет в такое говно. Удачи. Спасибо, майор. Вам спасибо, ублюдки. Забирайтесь отсюда. Если Чан захватил канал, Цзиньцзе направляется прямо к нему в руки. Мы должны вернуться за ним. Действительно, везучий полутонул. Ты в порядке? Ирландец. Это потому, что ты пьешь виски? Я уже 3 года не пью. Ты ходил в университет Нотр-Дам? Нет. Меня называют Ирландцем, потому что у меня... Счастливого пути!